Всем доброе утро, друзья. Лена пошла за стульчиком, садимся завтракать. Соня тоже ждет. Будешь кушать сегодня остатки от плова. Лена доедает плов с мясом, решила на утро покушать. А мы с папой стандарт по бутербродику. Лене огурцы нарезала, надо салат доесть. А это Соне и Алиске остынет. Отдадим остатки, тут уже такое без мяса. Жалко животных, они тоже плова хотят. Я им вчера не давала, пожадничала. А сегодня вот подобрела с утреца, решила накормить. Так что всем доброе утро. Мы с дочкой идем в магазин, но мы не пойдем обычным путем вот этим, Донь. Мы пойдем новым путем. Папа, вот он, новый тупик? Путь, новая тропа. А там тупик? Нету там тупика. Пап. Лишь достаточно свернуть чуть-чуть налево, вот видишь? И тупик отпадает сам собой. Привет. Вот. Иди вперед, дочуня, разведывай дорогу. Я за тобой. Ты следопыт. О, кстати, ты не читала книгу «Следопыт», Донь? Интересная. Фенимор Купер, блин, по-моему, да? Да. Я в детстве читал. Про индейцев вообще там много. И фильмы были раньше про индейцев классные. И книжки были классные. Что я читал еще? Ацеолова Семенолов. Офигенная тоже книжка. А, это Майн Рид, по-моему, да. «Всадник без головы» – это вообще шикарная книга. Ты не читал «Всадник без головы»? Донь, мы вот сегодня о книгах вспоминали. Блин, офигенная книга. Вообще шикарная. Что еще? Да найдем. Итак, какие еще у нас книги? Какие мы с тобой наметили? Мы наметили «Остров сокровищ». «Остров сокровищ» почитать. Еще какую-то книгу Беляева. Потом... Что еще? Потом еще наметили «Дети капитана Гранта». О, да. «Дети капитана Гранта». Потому что я как-то к книге Антона Беляева привязалась, поэтому мы решаем, какие еще интересные книги можно мне почитать. А то я обычно читать не любила, а сейчас вот эта книга мне что-то да. так понравилось. Что... Понравилось, что она сидит с книжкой, теперь читает ее постоянно. Вообще, Жюль Верн хороший писатель, который написал «Дети капитана Гранта». У него много интересных всяких. «Таинственный остров». Потом что-то еще там про капитана Немо. Сейчас уже я и добром-то и не помню. 80 тысяч лет под водой, блин. Что-то еще. Да? Да. Вот это мне тоже хочется. Мне интересно, потому что да. Ну, я «Таинственный остров» читал, «Дети капитана Гранта». Что еще не помню. Я такие любил. Вот Дюма я много читал. Дюма. Это «Три мушкетера», Донь. «Королева Марго». 20 лет спустя. Ну, у него там много книг. Учитель фехтования, по-моему, у нас есть. Да? Да. Так, что еще? Очень любила я Джека Лондона. Это мой любимый писатель. А, пап, мы еще одну книгу наметили. «Робинзон Крузо». Да. Джека Лондона я вообще обожал в детстве. Это мои любимые были. «Северные рассказы», «Морской волк». Потом позже я еще читал «Мартин Иден». Что еще? Короче, надо тебя присадить на эту литературу. Она очень классная, Донь. Будешь читать? Да. Вот эти, просто вот эти книги, которые у нас были. У нас было «Денискины рассказы». Не, ну я их читала, мне нравилось. Ну, тогда еще было поменьше, потом... Ну да, это для самых маленьких. Потом этот... Не надо читать книги, которые интересны, которые тебе... Ты не можешь оторваться, понимаешь? Ты хочешь еще прийти скорее домой и почитать куда-нибудь. Уползти в какой-то, это самый, как я в детстве. Куда-нибудь уполз в какие-то кусты и читаю там книги. Да. Ну, а столик старый. Да? Да ничего, ну не хватает времени людей, понятно. Попробуй его. Это же надо по новой все делать. Да? Угу. Еще как исказило. Ничего. А,
Зеркальное королевство, или как оно называется? Что-то похоже, да? Я не помню, Донь. Я тоже. Алиса в Зазеркалье. Это не оно, да? Ну все, сейчас. Мальчонра ест мороженое, а папа перекурит. Вот она сигаретка на разрез взятая. Оттуда справка. Вот он лимонадик. Стаканчик. Вот он хлебушек. Мы ничего не забыли, да? Что нам мама говорила? Хлеб только, да? Да. Вот она маме мороженое мы взяли. Пускай обрадуется мама, да? У меня такое, что только с вишней. Все, едим, курим. И, кстати, вспомним название той сказки, о которой говорили. Королевство кривых зеркал. Да, как мы могли забыть вообще. Получили мы водичку 9 литров, вот она. Сколько она стоит сейчас? 29 гривен. Кривоозерская. Вот. А то у нас это началось. Кончается быстро. Что-то мы не продумали, да, мать? Да. Немножко не хватило. У них вода есть на развес. На разлив. Ну, какая разница. Да? 80 копеек литр. То есть, получается дешевле, чем это? Наша баклажка получается 16 гривен. Собака тебе помогает, как да. Я понимаю? Просто многие малые вещи, она их не носит. Собака, хорошая. Ну, вот смотри, сколько футболок у нее на даче. Зачем так много футболок? Пусть будут. Посмотри. Если по одной таскать каждый день, менять, то нормально будет. А это все... Маленькие вещи. Да. Куда они на нее налезут? Никуда. Это на Соню. На Соню. Сонечка, будешь ходить в штанишках, моя умненькая? Будет, будет она уже. Хорошая девочка. Шортики тебя оденем. Ой, а хвост-то некуда девать. Ну да. А хвост-то некуда девать. Спрячь туда. Ну, девочка какая, да? В шортиках. Умничка моя. Мама издевается над собачкой. Так, снимай. Она сейчас она уже хочет, не отпустит, да? Да, она уже хочет себе тряпочку. Нет, отпусти. Отпусти. Она шмотится, она любит. А ну да. Я только надень, надеюсь. Что-то она сразу все. Это на, мое, тебе. Это мое. Шапку. Шапку тебе. Шапку. Да. Надо ей куда-то тряпочку подарить. У меня нету просто маленькой тряпочки. Найдем она что-то. Хочет играться. Угу. Тебе дать тряпочку. Дать тряпочку. На. Ой, тряпочку дали. Ой. Все, играйся. Подарили. Все, пошла. Понесла тряпочку. Садимся мы обедать. Лена, не глуши колу. Лена уже суп почти доела. Суп у нас сегодня наш любимый, рыбный. Только я обычно варю с рисом. А в этот раз риса не было. С перловкой сварила. Ну, тоже должно быть вкусно. А что ты повыедала? Всю юшку, а гущу кто будет доедать? Доедай. Короче, кушаем супчик, сало. А ты уже яичко съела свое? Угу. Да, это папина яичко, зелень, хлеб, томатный соус, майонез, а тут у меня надо доесть рыбка. Килька, да, вон и Алиска уже пришла. Вот такой вот у нас обед, ребятки. Лена с папочкой, когда ходили в магазин, купили мамочке мороженое, и походу по дороге его поели, малёк? Не, я не знаю. Да шучу, оно, наверное, растаяло.
А потом положили в морозилку. А такое ощущение, да, что кто-то ел его. Ну да. И не доел. Не, ну упаковка запечатанная, конечно. Не, просто, да? Конечно, запечатанная. Просто подтаяла, я шучу. Но вообще, это было красивое мороженое. Банановое. Но я его все равно сейчас съем. Может, перед тем, как запечатали? Да не, растаяло просто. Все равно вкусно. Спасибо, дети. Пожалуйста. Мать с удовольствием съест. Лена сама лазила на дерево, рвала. Такая красивая. Красивая, да. Красота, красота. А я нарвала шелковицы. Смотрите, какая у нас большая шелковица. Она просто огромная. Большая. Вон какая. Сейчас будем ужинать. Нет. Не ужинать. Это перекус, перекус. Перекусик. Классная. Черешня обалденная. Кушайте, дети. Спасибо. Спасибо. Уже вечер, уже стемнело. Лена там в доме покушала, спать укладывается. Включили ей, вернее, компьютер, она мультик смотрит. А то ребенок одичал без телевизора. Позволили ей компьютер, пока он нам не нужен. Садимся мы с папой теперь ужинать. У нас макароны. Ой, что-то не фокусируется. Вот, макароны и тефтельки. Немножко риса добавила в фарш. Такие вот в томате протушила. Папа себе еще подливку отдельно налил. Он любит, чтобы подливки было много. У меня то же самое. У папы две тефтельки, у меня одна. Здесь помидорки, зелень, хлеб, чай. Это у нас соль. Вот такой тут еще ягодка пооставалась. Черешенка. Такой вот вкусный у нас сегодня ужин. Спасибо всем за просмотры. Не забывайте ставить лайки и подписывайтесь на канал. Всего доброго. Пока-пока.